Заливаем наливной пол. Вот купленный материал. Вот он еще. Здесь у нас теплый пол уложен во всех местах. Вот уже наливной пол готов. Здесь, здесь, здесь все. Радиаторы висят. Так, здесь у нас гидроизоляция выполнена, все синенькое. И лента угловая защитная вштраблена туда на сантиметр, чтобы потом можно было здесь заштукатурить ровно и не трескалось. Здесь тоже узел примыкания. Пеноплекс, лента, и все замазано. Здесь у нас идет разделение, потому что разный вид пола, вид напольного покрытия. Здесь плитка, здесь паркет, поэтому чуть-чуть будет разница в заливках. Ну вот, пока заливаем там, где плитка повыше, паркет пониже. Здесь тоже загидроизолировано все полностью, вся квартира. То же самое везде. Везде вот эти штробы сделаны.